Привет. Привет. Команде соперников, да? Привет. Ура. Тимур, их четверо, Тимур. По игрокам, мужики, по игрокам! Нога вторым! Центр, 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 да. Иди под прием. Центр, левый рука.
мяч. Все, все, все. Борьба сдает, Лев. Вперед, давай, вперед. Пацаны, ему просто попало в руку, что вы орете. Это не фол, он не играл рукой. То, что ему попало, но у него рука СК есть. СК думает да. по-другому. Если бы он сыграл, нет, да. СК, нет, стой. Блять, орать каждый раз из-за этого. СК думает блядь. По-другому. СК думает по-другому. Вот так. Любой, нет, стой, любое касание руки, СК ставит, СК говорит, что это неправильно. Я не говорю СК, ты не можешь ему спорить, потому что смысле. СК, блядь, это об этом говорил. СК, экспертная судейская комиссия. Да не ставят. Да ставят! Они даже об этом говорят. Чувак, блядь, ты чё по голосу стыдишь? Вот она, блядь, я руки вот так оставлю. Нет, нет, вот, вот она, она продолжение тела. Я его не толкал, я руки вот так поставлю. Вот, 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 так, вот, так, вот, так, вот, так, вот, так, не бегаешь, еще ты это. Блять, ты объясни это СК. Объясни, я ТСК. Стой, ты можешь мне говорить хорошо. СК. Сейчас говоришь просто общий. Нет, стой, я тебе говорю, как говорит СК. Я тебе еще раз говорю. Почитай, почитай, что говорит СК. Они говорят, вот рука, даже если она здесь, все равно. Это зависит от турнира. Ну
ну, РФС. Ты хочешь сказать, что ты выше, чем РФС? Ну, ты говоришь, ты не можешь быть выше. Еще две! Вот я про это говорю. Значит, руки должны быть трактованы одинаково. Вы должны быть одинаково с чем? С людьми. Да стой, подожди. Слушай, а какая разница, в футзале рука вот эта? Или в большом футболе рука? Стой, нет, стой. Расстояние, да нету. Плотность людей. Ты видел, как у них трактуются сейчас? Стой, нет, стой. И в футзале это. Вот так, вот это не рука, ты хочешь сказать? Вот это не рука. Вот. Между игрой и рукой. Нет, стой, вот это не рука. Вот, я говорю, вот я показывал, вот эта рука, не рука, а вот эта рука. Не, стой, я говорю, вот эта рука, вот эта не рука. Сейчас даже так не видно. Если РФС ставит рука, то есть типа... Карим, естественно, я смотрю, все. Ну только они не ставят половину. Они не ставят половину. Еще! Блядь! Хорош! Касание!
Ты его проси, проси, проси на себя! Паша едь! Паша едь! Грай, Сам! Почему? Рэф! А че? Сам! Хороший! Сели! Правая ручка, правая тоже. Вова есть! Парь за спиной! Дай! Паша, твой, Паша, включай! Едь дом, Альфа! Не бросайся! Ой, здорово! Ой, здорово! Есть Альфа дом! Сразу нападающего крой! Сим один же, ну! Лево, Тёма! Хорош, Сим. Сим, сразу лево. Сразу лево оставляй. Подниму. Девочки! Мое! Хорош, Макс. Хорош. Все так же сны, Макс, играйте. Боль подходящий. Симон, давай там. На своем это Симон в голову. Да. Центр. Кто играет за центр, пожалуйста. Пойдем, Альфа. Вернулись. Ниже. Вовка налево. Га право. Колян, еще! Хорош, Колян! Давай! Сим! Игроком! Кто? Макс! Да, я! Здесь слева никого! Куда его? Макс! Что, не было фола? Да как угловой-то? Это не было. Там фола. Коснулось человека, успокойся. До этого был удар. До этого, да ничего там не было. Да ёпты, блядь, это РФС, футбол. Блядь, как это живые, футбол. Ёпты. Сидим, успокойся. Блядь. Ты меня не сможешь удалить, блядь, потому что я, ёпты, зритель, блядь. Успокойся. Я говорю, это же шляпа, блядь. Человеку по ногам бьют, блядь. Да ну, это же пиздец. Да ну, смотри. Хорошо, давайте пример. Спартак играет с Динамо. Любое касание. Вот это касание. Все, сразу пол. Здесь вы, блядь, поставите. Как это работает, блядь? Вот здесь, здесь все заебись. Блядь, я вам. Нет. Да стой, подожди, стой. Если бы то же самое было бы здесь, на нашем. Да ну, это же пиздец. Блять, я тебе говорю, судья как должен? Я должен как судья до того, что уровень борьбы, какая была комната, знаешь? Нет, ты не знаешь. Никто этого не знает. Знает. Как он называется? Который оценку ставит. Знает. Ну вот я и говорю, это же пиздец. Это же пизда. Ну это пизда. Да как с музыком? Ну когда ты... Блять, ладно, пусть я буду дружить. Да все, тихо. Ну по ноге, когда ты бьешь человека, стой, когда ты бьешь человека по ноге, уже, блять, сам, Раз, левый.
Скажи, скажи, стой. Если бы он сейчас остановился бы. Если бы он сейчас остановился, пол был бы. Конечно. Да. Говорю, сейчас он даже слово не сказал. Он даже слово не сказал. Хорошо, говорю, вот сейчас не было фолка, считаю. Не сейчас. До этого, говорю, когда нам надо так пришло. Да. Был фолк? Блять, как ты это считаешь? Как ты считаешь? Не понимаю просто. Я говорю, как ты это не считаешь, блядь? Типа, ну. Стой, это фол, это уже фол, блядь. Да. Блять, правила футбола почитайте, блядь. Ёбаный в рот, вы хоть кто-нибудь читайте. Вот, смотри. Вот. Тебя рубят, это уже фол. В смысле, это человек. Стой. Ограничено, это сам судья. Потом сколько ему ставить сюда? Сколько судей уже отстранили? 6-8 лет. В смысле? За 10 туров 6-8. Отстранили? Смотри, СК почитай. Да блять, потому что я тебе говорю. Не сравнивай профессиональный футбол. Блять, надо играть в раунд. Вот ты когда создашь робота. Нет, играть в раунд. Нужно играть в раунд. Так в смысле? Сейчас. Ты в любой спорном эпизоде будешь копить. Хорошо, пусть будет так. Это же не объективно. Это нормально. Я говорю, ты потом потом поймешь, что. А что? Это футбол. Здесь нет. Всегда будет спорт. Вот это не футбол. Футбол это когда ты играешь. Это когда ты играешь по правилам. А не когда вот эта хуйня занимается. Ты знаешь, сколько раз уже судьи не пиздили? Вот да это же не то же самое. То же самое здесь будет. Просто есть люди, которые всегда ищут. Подожди, стой. Если человек судит против одной команды, то пиздец. Да он не судит против одной команды, вообще насрать. Да я вижу. Ага. Ты пола. Всем судят. Нет. Я знаю одного судью, которому пофиг. Я знаю одного судью, которому пофиг. Вот это пиздец. Просто мы. Три ошибки за 4 минуты. Типа, три ошибки, стой, три ошибки. То, что в руку попало. Три ошибки. Вот до этого вообще разговор закончил. Почему? Если ты считаешь, что вот так человек стоит. Окей, хорошо. Пусть будет так. Ну, правила футбола, когда почитаешь, тогда поговорим. Какие правила? Да правила, блядь, ты не можешь понять, говорю, правила футбола, ёпта. Ты понимаешь, не работает. Да не должно здесь, оно должно здесь работать. Иначе бы судьи не отстраняли. Отстранили бы это. Уже некоторых отстранили. Уже мудаки, ёпта. Потому что люди, которые... Потому что они мудаки. Мудаки. Наш мяч, блядь. Они мудаки. В смысле, не работают. Мудаки. Они мудаки. Все. Вот тебе, пожалуйста, пример. Хорош! Просто вот и все, вот тебе правила футбола. Они мудаки. Да. Они мудаки. Знаю, они мудаки. Бля, подожди, вот я говорю, зайди, это футбол, брат, почитай ЭСК. ЭСК почитай, у них есть экспертная судебская комиссия. Посмотри, Нет, стой, я говорю, я тебе еще раз говорю. Ты говоришь, ты мне говоришь, что они все... Я говорю, почитай. Просто посмотри этот ролик, посмотри. Они каждый тур разбирают, ёпты. Они мудаки ебаные просто. Рот бы их ебал бы, блядь. Всю их домовую книгу вот так. Всех всюду мою книгу ебал. Потому что они мудаки, блядь, они умеют судить, блядь. Чё, где удаление, блядь? Где удаление на Ганду? Где удаление у Краснодара? Нету, потому что они мудаки. Все, вот тебе... Где ВАР? Где их паленый ВАР, который работает? Они мудаки, потому что они дрочат, блядь, они дрочилы. Все. Почему? В смысле? Ну они на Ганду нет удаления. Почему? Объясни мне, ты мне объясни, давай. Раз ты ебать, Где удаление? Ну, Ганду, вот это наступление, яйца. Стой, подожди, игру. Удаление на яйца. Вот на яйца наступачиваем. Я не знаю, что это такое. Ну, стой, он упал, ему наступление на яйца. Да это то, что ты говоришь, это просто, блядь, я говорю, посмотри для начала. Да, легко, просто посмотри. Его смотрит. Блядь, а как ты не сможешь чемпионат России? Тихо. А ты не сможешь чемпионат России? Это не футбол. А что? Запиши. Башка болит, но. Запиши, тебе говорят. А что, это не футбол? Ты не угораешь? Ты видел чего-нибудь чемпионов, блядь? Это по-моему. Да ёпты! Бля, Лиза, смотри, блядь! Ребят, России еще одна лиза! Ёпты, блядь, нихуя себе! Говорит, человек мне говорит, не чемпионов, говорит, футбол, блядь! Я в ахуе!
что, Лили с Реалом, посмотри, ёпта. Града проиграли. Ну и чё? Это футбол? Ну это же вака, блядь. Да ну нахуй, иди, блядь. Пиздец, блядь. Горит, горит, блядь, это футбол, горит, блядь, ёпта. Вата, блядь, ебаная, блядь. Глушенков говорит, что лучше с Лендалом, ёпта, тренироваться, блядь. Давай, давай, регион, давай. Блиная! Бля, Лига Чемпионов, говорит, футбол, говорит, посмотри, ё. Бля, разъебать вату, бля. Бери! Раз, ты чё свистишь, мы обоём, ты стукнули! Раз, я обоём, ты стукнули! Ну что за тишина? Нет, мы обоём, ты вообще можно, блядь, таких судей не приглашать. Не мог с ним сыграть, ничего, причём, потому что играть за Сорочи. Они все, после мужа. Я закрыл. Нет, он ставит в ту сторону. Я клянусь, даже его ребята говорят. Он вот так сделал, и я сыграл так. Отбыграй! Свисток! Давай! Колян, сам! Макс, ты как, Макс? Первый мяч! Еще один, конечно, самого высокого. Максим! Попробуй, Тёма, проси. Грай!
ушел, ударил. Нет, он не мешал. Метр должен быть, он стоит по кругу. Алло! Мы с тобой перед ним встал специально. Но вообще, это же вот, да. Серега, чтобы такого судьи больше нету. Жень, успокойся, пожалуйста. Это не судья. Вы когда будете бить в игроков с полуметра, блядь, а потом останавливаться, тогда и будете. Что ты говорил про Мику? Что ты говорил про Минки? Что ты говорил про Минки? Говорит, судья? Говорит, что, приходи, правила? Судьи. Ну, я говорю, где правила? Где правила Минки? Ты говоришь, Минки. Здесь есть правила Минки. Человек бьет, ёпта, он стоит, блядь. Ты говоришь, это не жёлто? Ну, блядь, это пиздец. Ты угораешь, блядь? Я говорю, ты серьезно говоришь? Вот это не жёлто? Ну, блядь, ну, хорошо, окей. Окей, пусть будет так. Тимур, бля, вы когда правила изучите, ёпта, позвоните, ёпта. Бля, даром, ёпта, просто правила изучите. Черканул бы так, ёпта. Что за блядь? Вот Габ уйдёт вправо. Габ право. Игра, чё, Саш, встань! Здорово! Слушай, Габ! Туда, гори! Кто бил, поворот. Здорово! Гори! Ваня, наводить борьбу, давай! Бил вроде в шапке. Давайте подвигаться. Паша, иди! Иди на него! Право! Да прямый ты, один, два! Один, Паша! Игроков, ближе! Ты должен спереди играть, а не здесь. Отгоним до столба. Кстати, надо послушать, вот куда я даже не знаю, вперед, что сказал. Ты же не должен отвечать на этот вопрос. Почему? Во-первых, у тебя вопрос некорректный, блядь. Хорошо, окей. Ты не блядь, спрашиваешь, кто президент. Ты еще спроси, кто президент России. Хорошо, блядь. Кто главный? Окей. Ты говоришь, посмотри в интернете. Напиши письмо. Все, окей. Хорошо. Как в РФ. Все, окей. Без проблем. Давайте все, сверить.
все, давай лечем. Бей! Два станет, два станет. Скажу где. Давайте на нашу смену, парни. Коля, бей. Четыре, стоит. Сегодня мяч чисток был. Мяч где стоит? Нормально у него мяч стоит. Круг же просто так рисует. Там круг, ты видел какой? Вот подойди туда и посмотри. В центре есть. Какой бред несут. Пиздец. Браво! Вы что, браво! Не можете, вы, блядь, круг нахуй нарисуйте. Тимур, Тимур, в кого попал? Там же автогон, нет? А, все, в капюшоне. Давай, давай, Коля, пас, иди, иди. Еще шаг делай. Входим еще. Ты стоишь там!
Друга, дай мне контакт, пожалуйста. Я буду кому присылать. Я только что с ним разговаривал, он сказал, что ты можешь дать контакт. Скажи, куда присылать? С кем ты разговаривал? С вашим руководителем. Как его зовут? Ярослав. Дай мне контакт, кому присылать. Ну подойди сюда, как тебе, да. Ты мне скажи, кому присылать. Просто ты можешь сказать? Ярославу пришли. Кому? Ярослав просто такой, где я здесь лукатель? Я говорю, Ярослав. У тебя телефон есть? А? У тебя телефон. Телефон есть. Скажи, кому присылать. Окей, без проблем. Я говорю, я тоже с ним разговаривал. Не дожил. Ну, зашел. Онлайн именно? Да, вот. А тебе? Нет, все, не Ты думаешь, что сам на кубышке? Нет, он не сказал в личку. Ну я тебе напишу сейчас в личку его контакт. Вот здесь напиши, чтобы я видел твой контакт. Как тебе напишу? Как и он не использует, он сказал, подойди к Сереге, скажи, он знает. Я тебе пытаюсь переслать. Просто жопу. А, вот, пошли. Написал. Все, вот, и не Максим. Да, присылай мне. Да, почать. Ты же пиздец. Он мне. Я ему объяснил, что ты такого, что я говорю, я пожига ничего легко не сказал. Я сказал, что это посудейство. Я говорю, посудейство. Я сказал, что это посудейство. Он говорит, он тебя тоже, кстати, защищал. Ты спрятался. Не, он не защищает. Ты мне напиши просто в ответ напиши. Можешь удалять. Еще! Сразу играй! Да,
да, я же говорю. Меганичев. Павло! Хорош! Что там это? Теперь Володя, скажи, куда делать?
обратно давай. Есть судья, есть листок, все. Это карта. Давай, давайте играть. Сейчас посмотрим, кто трезвый с утра доедет. А Костя мальчик. Вот, поднимай, поднимай, поднимай. Я тебе не говорил. Нас здесь. Давай, 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 давай. Оля, правая. Видел, приехаешь по технарям. Ай, ничего, ничего, ничего. Ножка, ты ножка. Видел, что Алёшка туда заехал? Да, трезвый был. Да, был. Я его Горишь, хорош! Лучший! Дай, 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 дай! Right.
Поэтому держитесь здесь. По игрокам, по игрокам, по игрокам! Давай, давай, давай! Ребята, не бегут уже. Сань, хорошо! Лицом, лицом, лицом! Саня, поменяйтесь, гады! Я вообще в я типа, в смысле, я, слышу, я тоже игрок, но я просто сейчас боюсь. Я смотрю вот эту хуйню, я типа смотрю вот эту залупу, это пиздец. Гера, Гера, мяч, хорош! Давай, давай, давай! Связывайте на поле друг друга, блядь! Голосом, голосом, мужики! Максик, Максик, Максик! Шесть-четыре, да? Да. Отлично. А, да, вот отлично. Я тебе проебал голос. Умница! Хорош! Жека лучше вообще!